уже, эти люди уже по 8 часов простояли. Чтобы как-то надо или кто больше сказать, было ребят, отдельно, которые могли пропускать, или как-то, я не что знаю, этот вопрос надо, решить. Там, и они все дерганы, потому что их люди дергают. Вот представьте, всю смену их люди дергают. И сейчас, если они не успеют, если они сейчас вот не успеют, пока закрывается блокпост, люди останутся здесь ночевать просто. А вы сколько стоите? Давно уже? Ну, мы недавно, мы с 3 часов. Мы с полдня, даже еще мы с 12-го стоим. Да, мы с 11. Вот с полдвенадцатого дня мы стоим. 3 ряда, пусть сделают пропуски, быстрее, может, пройдет это все.